Привет! Я сегодня буду испробовать вот этого монстра. Мне раньше очень хотелось попробовать некоторые упражнения, в которых задействован мяч. И я сегодня это буду делать. Вообще просто даже хочу попробовать, получится ли у меня что-нибудь на нем сделать. Потому что я раньше вообще никогда не пробовала. Поехали! Как вы только что видели, короче, это жесть. Это не так легко, как оказывается. Я честно, когда делала, я наржалась, напсиховалась. Вообще штука прикольная, но очень тяжело сконцентрироваться и понять, как что делать. У меня немножко уже лучше получается. Для приобретения штуку советую, но нужно будет вам запастись терпением, потому что это, да, не за один подход и не за один раз это все делается, вернее, получается не за один раз, но нет ничего невозможного, я, в принципе, попробовала, я довольна, я не скажу, что я довольна результатом, но я довольна, что я приобрела эту штуку и что попробовала ее. Пробуйте что-нибудь новое, как пробую я для себя, пусть это даже какие-то мелочи, но мне хотелось их попробовать. Советую вам делать то же самое. В пределах разумного, конечно. Пока! Вот так вот вместо занятий спортом всегда что-нибудь найдется такое, что будет отвлекать тебя. Нужно обязательно зависнуть либо в интернете, либо ВКонтакте, либо Инстаграм. Arbeiten!